Хей, ты на канале ПК, меня зовут Паша, и рад видеть тебя на своем канале. Исходя из комментариев под прошлым роликом, вам очень понравилась эта карта, и вы попросили меня повторно не сыграть. Ну что ж, я сделаю это для вас. А вы не забудьте поддержать меня лайком, ну и приятным комментарием. А теперь давай начинать. Приятного просмотра. Вот это я зашел. А, весьма удачно. Однако. Да так удачно, что у меня и места-то нет. Но не пролутать холикраш было бы глупо, да? Вроде зомби есть. Зомби живые. Это хорошо. Ладно, давайте смотреть. Пока какой-то швак. А, понятно. Значит, мы немного опоздали. Сайга. Вот ли дэмэдж-то нет. Чуть-чуть опоздали. Нас кто-то явно опередил. Значит, погнали дальше. Самый крупный город на этой карте. Значит, должны быть люди. Тем более, что... Смотрю, зомби там ходят. Значит, люди точно есть. Осталось их найти. Ага, вижу. Сколько тут? Метров 400, наверное, да? Ух. С дистанции я угадал. Братан, ну ты что ты хочешь там сделать, я понять не могу. Беги, блядь, спасайся. Все, рестартик. Вот это мы тайминг поймали. Стрелял, блин, на глазок, тупо 400 метров выставил. И шмальнул. О, ты еще там, что ли? Ё-моё. Не, ну его, если честно, жаль убивать. Потому что либо он неопытный новичок, новичков убивать много чести не надо. Либо у него стальные яйца. А такого убивать даже жаль. Ладно, погнали поищем кого-нибудь еще. Слушайте, аэропорт куда больше, чем казался. Тут еще вон сколько казарм, офицерок. А я, получается, лутал вот там в самом конце всего пару казарм. Вот таких вот маленьких. Тут, оказывается, много всего. Можно спуститься, пролутаться. Можно, в принципе, скинуть рюкзак. Если сдохнул, то хотя бы большую часть лута засейвим. Единственное, что я думаю, что можно бейс выложить. Это очень рискованно, конечно, потому что хорошая снайпа. Но у нас будет хотя бы какое-то оружие, если мы сдохнем. Вот. Ну, а пойдем с эсвалом. Запасной магазин есть, патрон есть. Отстреливать зомби есть. Морфин, адреналин есть. Ну и все. Мне-то по сути и надо, что какой-нибудь бронежилет. Хотя бы прессовский. Ну и автомат получше, потому что это ВСС, но это не автомат, сами понимаете. Ну что ж, пожелайте мне удачи. Так, и... Сразу давайте сделаем себе тихие ботиночки, чтобы не привлекать внимание ни зомби, ни людей. Ну и погнали. О, а вот и рюкзак. Все, он не взрывается, конечно. Сильно поврежденный, отлично. Так, есть побольше, но побольше нужен ли?
вопрос. Он больше, но он и заметней. Пугасная. Наймачку возьмем. О, хороший противогаз тоже возьмем. Флешечка. Патроны на АКМ. Еще одна Ксюха. И снова развод. Кекс. И еще один развод. Уже третий. Похоже, здесь кто-то есть или кто-то был совсем недавно. Куча бумажек, куча всякого барахла вот такого. Но ни мертвых зомби, ни людей. Что странно. Стоп. Кто-то справа от меня бегает. Тоже в тихих тапках, как у меня. Угу, слышали? Похоже, что он в этом здании. Вижу. До свидания. Так, ну я зашел только одного, поэтому вряд ли тут еще есть. Такс, потрошки, еда. Слушайте, ну он кепочка. Не стоило, наверное, идти вот от его. Только зря спалились. Жаль, ладно, выходим. Чувак. Убил. Блин, там еще второй, походу. Фак. Может, конечно, по нему стрелял? Но вряд ли. Мне бы, блин, жилет нормальный. Так, мы живы. Уходим. А, не, еще двое оказалось, их трое было. Блин. Был бы у меня, конечно, не баллистический жилет, а хотя бы прессак. Мы бы в лунку не упали, я, возможно, бы отработал остальных. Но что поделать. Ладно, в принципе, мне понравилось. Файт был хороший. ГГ, как говорится. Главное, что схрон мы сделали. Так что осталось через респавнить поближе, да, добежать. А заспавнились мы, конечно, не близко. 6,5 км до схрона. Ну, что поделать. Переспавниваться я не буду. Я по-прежнему изучаю карту. Так что где заспавнились, там и будем играть. Погнали. I just heard a gunshot. Нормально. 4 типа. Ну отлично, пусть бегут. А мы спокойно пролутаемся. Нормальный подгон. Просто посреди леса труп с баночкой меда. Неплохо, спасибо. Я, правда, уже 5 банок собачьих консерв нашел.
Так что в теории мне этого хватит с головы, чтобы добежать до схрона. Но спасибо. Еда лишней не бывает. Так, от чего у меня болезнь? Попил грязной водички? Серьезно? Ё-моё, похоже, я съел отравленный мед. Слушайте, это подстава. У меня витаминок в схроне нет. Что же делать тогда? Все, согреваемся и побыли. Здесь вроде как самый короткий участок. А там надо схрона рукой подать. Но мы блюем, и у нас нет еды. Осталось вот совсем чуть-чуть. Была полная яблоко, но почти все выблевали. А так как я буду плыть со спринтом, то, скорее всего, доплыву туда уже с красной едой и водой. Блин. Так, ну, до схрона нам еще 1,5 километра. А у нас уже все красное, и ХП падает вниз. Так что придется зайти на военочку. Поискать там еды себе. Ну и как минимум отпиться на колоночке. Опять же, поможет-то или нет, потому что мы сейчас блевать будем, я хз. Ну да, блин, конечно. Стоило попить немножко водички, как мы сразу начали блевать. Не, продолжаю блевать, уже еды нет у меня. ХП красное. И, похоже, это конечное. Нашел только вот кучу магазинов. И, по сути, все. Так что сейчас скину, наверное, в утецкий. Да, пойду на переспавн. Жаль, очень жаль. Зато мы получили неплохой жизненный урок. Не подбирать еду с трупов и не пить с непроверенных источников. Жиза. Ну что ж, дубль 3. Отлично. Более вместительная курточка. Кастрюлька. Неплохо. И штанцы. Получше моих пока что будет. Блять, чувак с оружием крадется в мою сторону. А у меня пока нет оружия, так что валим. Скорпиончик, да еще и с магазином. Но 2 патрона. Хотя у меня еще есть парочка, по-моему. Да, еще 4 патрона есть. Можем зарядить. Немного, конечно. Я бы сказал, для скорпиона это даже мало, но хоть что-то. О, жилетик. И патрошечки. Парочку, но теперь у меня есть заряженная БКшка. Отлично. Что нужно. О, блейзик. Блейзик это хорошо. Бэдли дэмэдж, правда, но взять нужно обязательно. Еще один блейзик уже в хорошем состоянии. Меняем. Теперь бы не помешало пачку патрона найти 308-х. Будет нам счастье. Так, есть 4 патрона. Не густо, конечно, но это все же 4 патрона на блейз. А это потенциально уже пару киллов можно сделать. И я вот думаю, может снова двинуть на самую топовую военочку. Потому что она же большая, и там можно сразу по фулу одеться. Потому что бегать сейчас по нуба городам, по деревням,
там ни лута, и людей много, даже хз. Ну там опасно, конечно, в моем шмоте, но это хотя бы шанс неплохо приодеться. Так что, пожалуй, рискну. Но сначала надо напиться водички. Кстати, обратите внимание, на сей раз газа нет. Значит, все-таки это была химбомба. Это круто. Столько казарм палаток, вот тут мы точно одеемся по фулу. Но зомбари ходят, а значит, возможно, там кто-то есть. Что не очень, конечно, хорошо. Но и неудивительно. Это самая топовая военочка. Все же, как-никак. Так что двигаем, конечно, но смотрим в оба. Ну что, ищем оружие. Или патроны, или прицелы. Что-нибудь полезное, в общем. Бля. Только не говорите, что на эту военку. Ну да. Пролутал называется. Да пипец, ну что за непруха? Сайка. И волки. Почему нет? А что мне сейчас с ними делать? Начну стрелять, люди услышат, придут. Вот серьезно. Ух ты, ё-моё. Это что, оборотни какие-то? Псы. Прикольно. Ну вот что мне делать? Фак. Подстала. Что сказать. Теперь все знают, что я здесь. Не, ну красивые, да, конечно, без базару, но не вовремя они пришли, однако. С другой стороны, это еда. Ну, теперь надо быть еще более бдительным, потому что сейчас меня уже могут кемпить люди. Сычок получше моего будет. И граната взорвалась. Фак. Значит, я тут не один. И еще выстрел с глушителя. Значит, их как минимум двое уже. Ну и что мне делать? Выходить в ревок я тут не хочу. Прикольно. Ладно, что, будем просто лутаться бегать. В надежде, что найдем какую-нибудь заряженную пушечку. И сможем отбиться. Потому что выбора у нас все равно нет. Выбежать я сейчас пока не смогу, потому что вход на военку только один, и он сейчас кемпится. Поэтому пока что просто лутаемся. Ну что, вроде немножко залутался. Пушки, конечно, не нашел, патроны не нашел, но так по мелочи. Все, что нашел, забрал. И пробуем просто убежать. Будем надеяться, что один снайпер другого снайпера убил. И пока он лутает его, мы спокойно отсюда драпнем. Потому что пока воевать не с чем. На БОЗе прицела нет, патронов особо нет. Так что оно того явно не стоит. Ну что ж, вот и следующая военочка. Надеюсь, хоть здесь нам повезет с лутом чуть больше. Мне-то, по сути, и надо, что найти какую-нибудь автоматику. Потому что пока у меня все, скажем так, однозарядное. Так, магазина я свал. Какой-нибудь Фамас бы, Ксюху, что-нибудь. Но на это пока не везет. Очень много патрон. Различного рода магазины. Но пушек нет. И бронежилетов нет, что печально. Но я нашел хеликраш, а на нем могут быть пушечки. Так что погнали смотреть.
броник лежит. Давай, 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 сдохни быстро. Ещё потрошки. Ништяк. Аук, ё-моё. БНВ. Хороший лут. Всё, выходим. Так, аук без магазина. Ну, конечно, почему нет? Подстава. У меня нет магазина. Есть патрон, но нет магазина. Что делать, непонятно. Хм, смотрите, прикол. У нас есть бронежилет, который весит 13 килограмм, и рюкзак, который весит 13 килограмм. Казалось бы, в чем прикол? Но смотрите фокус. Следите за моей стаминой. Одеваем бронежилет и смотрим, сколько отнимется стамины. Где-то пол сантиметра, ну, примерно по стрелочку, да? Запомним. Теперь сбрасываем жилет и одеваем рюкзак. И смотрим. Было примерно тут. В два раза больше. Как вам такое? Хотя вес одинаковый. Вот так вот. Бывает вот такой вот баг в Дейзи. Все, что нужно сделать, это просто релогнуться. И после перезахода стамина должна немного увеличиться. Что самое смешное, выглядим мы, конечно, как топик. Бронежилет, ПНВ, пушки за спиной. А на деле у нас на эти пушки вообще нет патрон. Аук без магазина. Бойс с 4 патронами всего. И Жак с одной обоймой. Пипец. Ну, выглядим, конечно, мощно. Люди обсираться будут точно. Смотрим на стамину. Да, стамина стала побольше. Потому что было просто миллиметр. Сейчас хотя бы сантиметр. Уже неплохо. Так, город. Нужно найти еды и медицины. А также какой-то нож, потому что я свой нож где-то потерял. А кулаками убивать зомбарей, ну, не круто. О, дубинка. Ну, пока вместо ножа будет. Если поместится, конечно, куда-нибудь. И мне кажется, или я слышу мух. И они идут вроде как от этого дома. От многоэтажечки. Возможно, там трупы. Может, зомби, конечно, но может и людей. Так что давайте переобуемся. И тихонечко поднимемся, посмотрим. Может, там кто-то есть. Хотя стрельбы я не слышал. Да, точно кто-то воняет. Причем очень хорошо. Угу. Два трупа. Вроде как никого нет. Но обутаны, смотрите, все валяется. Расположение трупов, знаете, похоже, как будто они друг друга пристрелили. Типа как размен. Но а кто тогда их обутал? Потому что одни без штанов оба. Плюс разводка на полу валяется какая-то. Что странно. О, газик хороший. Надо бы взять. Либо там просто было двое против одного. Что более вероятно. Второй чувак уже их обутал тогда. Ну что ж, надо смотреть, может кого-то в городе найдем. Но на удивление, ни мертвых зомбарей, ни стрельбы я не слышал и не видел.
Что, конечно, странно. Хотя, стоп. Ага, по-моему, я кого-то вижу. Да, чел с оружием. Так, ну что, погнали. Возможно, это он их опутал. Не знаю, видел он меня или нет. Ага, стоп. Куда ты? Лёх, попался. С оружием. Так, хватаем его оружие. И пока надо спрятаться. Что у него тут? Дробовик. Патроны есть? Без патрон. Один патрон всего, да пипец. Карабин. Так, ну, пока сидим. Ждем его кентов, так сказать. Вдруг он не один. Никто не пришел, значит, лутаем. Не густо тоже, но хоть что-то. Все, уходим. Ну что ж, раз мы с трупов подняли газик, то почему бы не сходить на военочку? Я, конечно, не знаю, нужен ли там фулсет химзы или только газик, но попробовать хочу. Ну что, сбрасываем все пока ненужное. Взял газик, взял физик на всякий случай. Ну и аук, я думаю, можно оставить, он пока мне не нужен. Ну и смотрим. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, но я не получаю порезы. Одного фильтра хватает, это хорошо. Единственное, что у меня всего два патрона на Блейз. Так что по-хорошему лучше никого не встречать. Ну, кстати, все открыто. Штаны, кстати, можем переодеть, потому что мои руины. По идее, моего фильтра хватит минут на 15, так что большую часть военочки, я думаю, успею обойти. Должен, по крайней мере, успеть. О, комплектическое оружие, это хорошо. И перчаточки меняем. О, а я спал. А, магазин на него у меня есть, но... Но у меня почти нет на него патрон. Хорошо, если один рожок получится зарядить. О, есть магазин наук, отлично. Уже первый магазин есть. Хотелось бы два, но хоть что-то. Мертвый зомби. Фак. Еще мертвый зомби. Ночной прицел. Честно говоря, даже не знаю, нужен ли он тут, потому что, в принципе, не такие уж темные ночи тут. Так, а кто ж их убил? Почему я не слышал стрельбы? Или они от газа умерли? Непонятно. Если бы они умерли от газа, то и двери, наверное, все закрыты были бы. А тут все двери открыты, и я бумажки нахожу. Что, возможно, я тут не один. О, кармашки на броник, отлично. Плюс слоты. Мощный глушитель. Возьмем. Угу. Пустой фильтр, видите? Все же кто-то тут есть. Или был.
И вы это у кого-то, блин, несколько фильтров, в отличие от меня. Но я никого не вижу. Ладно, уходим. Фильтр заканчивается. Ну, в принципе, мы нашли все, что хотели. Нашли айсвал, нашли магазин наук, нашли набор для починки оружия, нашли глушитель и немного патрон. Отлично. Чья-то база посреди леса. Неплохо. Я, наверное, могу, конечно, ее зарядить, но там, по-моему, ни хрена нет. Он одна бочка и все. Поэтому пока трогать не будем. Пусть люди наносят, а побольше лута. А мы потом с вами ее подзарядим. Надо гранаты засейвить тогда. Опа. Нашел тачку. Почти на краю карты. А, но она вообще без колес. Либо тут 4 челика играют, что скорее всего. Просто забрали и вышли в ревок. Либо она тут уже давно стоит. О, бля, рядом еще одна тачка. А это будет тоже полностью разобрано или нет? Так, нет, это не полностью разобрано. Даже на 4 колесах. Свеча и радик только нужен. Свеча и радик. О-о-о. Палаточка. Хозяин там нет. Никого нет. О. Я уже знаю, куда я пущу этот стройлут. Кстати, есть еще один магаз наук. Это здорово. Ну что ж, забираем. Догадались, нет? Не, это будет не база. Это будет кое-что получше. С таким количеством гранат в спавне и мин клеймора базу строить смысла нет. Честно. Тем более тут нет кудвоков, а есть велосипедки, поэтому ну его в пень. Лучше наделать много деревянных ящиков, забить их битком лутом и закопать. Ну, как-то так. Угу. Ништяк. Плюс схрончик. И что это там блестит вдалеке? Еще одна тачка? Или палаточка? Похоже на тачку. Но это не точно. Надо подойти поближе, посмотреть. Да, да еще и в фулл сборе. Интересно, что по внутрянке. Угу, нет аккума и свечи. Зато есть два радика. Так, ну... Все самое ценное вроде забрали. Валим. И еще одна находочка. Два кабанчика. Моя еда.
Короче, ко мне сейчас Серега присоединится. Но у меня нет для него никакой пушечки. Точнее, давать ему бейс без прицела, да, или АУК, ну, не хочется. А значит, надо сейчас сходить на местную военочку и найти ему какую-нибудь пушечку. Это как раз то, что мне и нужно. Так, что же взять, эмочку или СКС-ку? Давайте, наверное, эмочку. У меня на эмочку есть пару магазинов и кучу патронов. Вот. По крайней мере, дворожка точно будет. Потому что у СКС-ки, сами понимаете, маленький магазин. Хотя у меня на СКС-ку вроде даже был прицел. Ну ладно. Ну что, выкапываем схрончик, забираем магазины, патрошки и закапываем обратно. Ассаламу алейкум, брат. Здорово. Сколько лет тебе зим? Держите пушечку. Еда тебе нужна, нет? Да не, с едой все хорошо. Так, вот возьми еще магазинчик запасной. И флешечку. Так, патроны. Патроны вот можешь взять. Запасные. Текс. Слушай, ну нам тогда... Если открыть карту, посмотри. Встань в кустике, открой карту. И там вот в самом верху карты, на втором острове, на большом, есть Джакардар Бейс. Джакендер Бейс, видишь? Да, вижу. Зазумирую ее. Вот это полностью все военка. Вот это все бараки, казармы и прочая херня, прикинь. Вот. И нам как-то туда надо дойти. Мы можем дойти вот слева в маленьком полуострове. Есть Болтон. Ну, я понял, через Стотл на Болтон получается. Через Болтон просто там 200 метров переплыть на большой уже остров и там по нему пробежаться. А, и через лес получается, через леса получается. Да. Ну, давай, в принципе, так. То есть мы, либо, мы сейчас можем либо по лесам пробежаться, либо можем поискать людей над берегом. То есть по дороге. Смотри, мы можем... Нет, давай, наверное, мы отсюда пойдем по дороге через Сотл, на этот Болтон этот получается. С Болтона уже потом переплывем там. А я думаю, что по этому пути мы найдем людей в любом случае. Хотя, через как бы, Сотл, стрельба, хорошо. Да, потому что когда я шел, стрельба была в этот в Эрлинге. И этот Сотали было. Понял. Все, погнали тогда. Так, деревню будем идти лутать? Да зайдем, посмотрим, может, что найду там как бы какой-нибудь. Штаны камуфлированные. Да. Или джинсы хотя бы, потому что у меня эти портки уже в какашках. Угу. Зомбари старайся не убивать, просто закрывай их в домах и все. Есть это рюкзак лежит альпинистский с радиатором. Ну, возьми. Я уже взял. Самое проблемное это найти свечу. Вот свечу найти сложнее всего. Акумов много, радиков поменьше, но радики бывают в тачках уже. Густок нашел. Ну, можешь взять, конечно, просто у меня патронов на нее нет. Мне тоже на нее патронов нету. Тогда не бери. Ну, взять ее, я думаю, что, наверное, стоит. Хотя у меня мотыга висит. Нет, пока не буду собирать. Ты синим рюкзаком? С альпинским, да. Ага, все, хорошо. Я напротив в доме. Бля,
По-моему, это у нас, да. У нас, да, у нас, у нас. А, убегай, откуда мы пришли. Ух ты, ё-моё. А какой радиус покрытия у нее? Метров 100. Она взорвалась прямо в центре города. Прямо над полицейкой, да, я видел. Все, все, тормози. О, мертвая свинья за амбаром. Или живая, или она просто спит, не знаю. Можно убить, мясо будет. Живая. Есть нож, разрежешь? Сейчас, подожди, да-да-да, сейчас. Ты можешь, в принципе, прям с амбара стрельнуть сверху. Могу. Звук даже тише будет, потому что из помещения будет, типа. Ебать же тихо было, Паш, просто. Да что ты хотел? Если бы я стрелял с боеза, было бы громче, знаешь? Ну, звук был такой, что я с этого выстрелы. О, известь, нужна нам или нет? Нет, нет, нет. Давай быстро спускайся, режь и погнали. Слушай, я тут знаешь, кого встречал? Oh. По-моему, белого медведя. Бурого. Ой, кто-то рычит на меня. Как лев или тигр. Да, это белый медведь, ёб твою мать, прямо там в этом в красном здании. Но он типа как в стену уперся, он внутри в комнате заперт. Ёб твою мать, стрёмно-то как. Да ладно, не очкуй. Стоп, я сам очкую. У тебя охотничий рюкзак? Нет. Чувак тут. Такой вроде полубомж, но... По-моему, с оружием. Где он примерно? Типа офицерка вот эта новенькая, железная. Я стреляю. Да что такое? То ли я косой, то ли аук какой-то. Не такой. Побежал, да, к нему? Да, он тут вокруг этого здания бегает. Даля, два раза уже, три раза попал по нему. Это я. Пипец, он живучий. Все, лутай его и... Не стреляю, закрывай лучше зомбарей или убегай, Серег. Не могу добежать, оба не этот. Ага, медведя вижу, да. Так. Ну, такой, понял, кипарик. Ну, забирай еду, забирай что там. Все самое ценное. Ну, слушай, у меня ж мясо, я ж не могу, мне как бы некуда брать. Это не медведь, это тигр. Ё-моё. Тигр, блядь, да? Прикинь. Белый или да, белый тигр. Нет. Жесть. Давай я его залутаю. Ладно, отходи, да-да-да. А кошельник, БКшка у него только еще. Ну, такое, ни о чем. Отходи, я залутаю. Здорово, ребятки. Здорово, Жора. Здорово. Что ты, когда ты к нам присоединишься, Жора? А вы где играете? На карте Дэм. Вот ты, которую новую карту там, да, тестишь? Писал, да, 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 да. В обществе. Почка. Да, она тоже пустая, я видел ее вчера. Так, надо, наверное, прогреться перед тем, как выйти. Наверное, лучше да. Давай попробуем эту бочку как и для бочку для костра использовать. Получится, нет? Давай попробуем. Она есть бочка для костра. Только, блин, посреди поля, конечно, стоят. Ну ладно. Можно помансить немножко. Тигр бежит, блядь! Блин! Ай, блядь! Все. Ёб твою мать. Чё у вас там за тигры бегает? Охуеть можно. Я, блин, пересрал. Ой. Режем? Не, ну режь, да, режь и поплыли нахрен сюда, не будем прогреваться. Чё-то да, мне тоже желание пропало прогреваться. А то мы так сейчас пошумели уже. Жесть.
шкура медведя. Ни хрена с него мясо выпало. Я манал, еще куски такие здоровые, что мы хрен их это... Слышишь, мясо в натуре как-то съебота какого-то, реально. Я попою, короче, пошлю тебя в день. Ладно, давай. Ну, давай, заглядывайся. Давай, давай. Ну, конечно, знаешь, Паш, надо сейчас надо сесть, наверное, пожарить мясо. Понял, похавать. Потому что у меня еда желтая, вода желтая и... Да, сейчас на горе сядем. Пожарим. Ну ты, блядь, чуть меня не пристрелил, конечно, молодец. А дело тоже, ты ж, знаешь, вокруг здания бегает. Я как бы побежал, смотрю, бегит чувак. Я да, только я сказал, что он с охотничьим рюкзаком. А мне ж спину видно было, мне ж как раз ебало было видно. Война. Меня же бой враг, ты понимаешь, я насрать, я как бы я не разбираюсь. Потом уже когда убил, потом разобрался, кто там. Хочешь киви? Нет. А я прям со шкурой, него... видишь? У него косточки потом уже попут болеть. Ну что, спускаемся чуть ниже и смотрим. Вроде даже и газа нет пока что в левой части. Там тоже взрывается постоянно? Нет, сюда газ падает часто просто. Смотрим одним глазом на военку. Ищем людей, что-нибудь, мертвых зомби там. Зомби ходят. Да, пока ходят, пока живых вижу только. Некоторые казармы даже закрыты. Ну все, пойдем потихоньку тогда. Я уже внизу. Сразу как заходишь, направо получается, поворачивай. На всякий случай смотри какие-нибудь растяжки. То есть под ноги смотри. Мало ли, вдруг мины или растяжки будут. Шок-прокс-и. Ну возьми, это как раз от газа. 5.39. Тошки. Лимас, магазин. Возьми, если хочешь. Тут выбирай сам уже, либо эмочка, либо лимас. Лимас скорострельный, автоматически. А эмочка нет. Но там прицел хуже. Так, патрульная полевая курточка на тебе еще. Плюс на лимас ты глушитель повесить не сможешь, скорее всего. Не, ну я магазин взял, потом разрежу его просто. Просто поберу и все. Понял. Курточку переодел, да? Да, да, да. Хорошо. О, газовый вышли. Слышишь, Серег? Да. Я, по-моему, в лесу увидел то ли мертвого челика, то ли мертвого зомби. Почему мертвого? Потому что я посмотрел на него 3 секунды, и он просто исчез. То есть я понял, такой смотрю и не пойму, то есть какая-то ветка это лежит, или типа кто-то мертвый. Потом оно поисчезает, типа. То есть, возможно, этот кто-то пролутался и убежал теперь уже, либо... Кто-то там вот по правой стороне, с противоположной стороны, откуда мы пришли, в лесу может сидеть. Ну, вполне возможно. Военный что, кемпинг надо? Угу. Здесь радиовышка, это большая, как я понял. Угу. На ней может быть, кстати, хорошая. Ну, я бы не советовал туда лазить. Здесь и так мы много лута найдем, здесь только казарм, палаток, что. Вот эти зомби, конечно, заколебали уже. Это типа зомби? Нет, где? Чувак у меня. Ага, я вижу. Ты идешь за ним, да, прям? Целишь? Да. На вышку поднимается. Он на вышку поднялся, да? Угу. Он Гилевра там. Ага. За ним побежал зомби, сейчас будет его пиздить. Угу. Так, надо повыше подняться. Попал в него, по-моему, хэта дал ему.
Но он, возможно, живой. Ты можешь начинать подниматься. Он начнет пикать тебя, я его убью, если он живой. Плюс послушай шаги. То есть он на самом верху, так что у тебя 4 этажа есть пролета. Все, медленно поднимайся и слушай шаги. Ты на его этаже уже. Это зомбак для жизни. Его нету? Он должен быть выше меня. А, проверь, нет, именно он тут, где ты, там где ты стоишь, там он должен быть. Он релогнул. Нет. Да, он релогнул. Потому что он там, где зомбаря, он бил зомбаря, я в него попал. Он, короче, сел и релогнул там, походу. Хе-хе, ну и тип, ё-моё. Но теперь надо чекать на все четыре стороны, еще более бдительными быть, потому что мы постреляли, значит, люди точно знают, что мы здесь есть. Тут именно за тюрьмой очень много казарм, палаток и прочего. Еще большая палатка, кстати. Посреди дороги просто большая палатка лежит. И куча листиков. Ну, именно вот эту часть уже кто-то лутал. Пока мы там лутались и стрелялись, возможно, это кто-то пролутал уже. Больше на это похоже. Ты сейчас в двухэтажной казарме? Нет, я на улице. Я на улице бегаю, я зомбаки убиваю. По-моему, у меня тут тип. Ты сейчас дверь открываешь, закрываешь? Да. Ты в казарме? Ой, бля. Мне сейчас жопа будет. Через забор я слева. Залагал. Я все, я умер. Меня зомбаки забили. Умер или ты в унку упал? Ну, в анку сидишь, значит. Я сейчас кровью стеку просто, у меня там течение, и там 25 в каком ты помещении, скажи, в каком доме? Там, где вышка, я это понял, где мы чувака отбили. Получается, в сторону выхода там есть такой железный ангар. Понял? Спальник. Нет, я чувака еще одну вижу. Одного убил, второй еще в лесу с противоположной стороны, от которой мы пришли. И еще один в двухэтажной казарме. Тебя тоже убили, что ли? Не-не-не-не. Двухэтажная казарма. Брат, я ж тебе говорю, я в анкунте пока лежу, ничего ему не сделал. Блять, за мной все зомби прибежали ко мне какого-то хера. Блять, меня пиздят зомби. Ай, три удара уже сделали. Да, походник. По мне опять стрельнули. Ну это я поищу. Сдох, да? Там у меня тут просто, у меня на дне 25 зомби, понял? Они, получается, стоят, не могу ничего сделать. Я, получается, открыл дверь этот в ангар, там, где не было зомбаков, понял? То есть я не закрывал там никого. Я открываю туда две, а там, дайте, еще 15. Меня, получается, сзади подпирали. Ладно, тихо, Серёх. Нет, ПВП. Меня тут тип, походу, тоже ревогнул. Потому что чувак на первом этаже с кем-то разговаривал, а здесь никого нет. И я точно видел, как сюда были загрены зомбари, значит, здесь кто-то был. Ладно, значит, ищем того снайпера. Да. Ай, бля, прям... Я в унке. Меня кто-то с эмки начал стрелять. Я даже не увидел откуда, он где-то очень близко, с дома напротив, наверное.
прям в бубен дал мне. Ты живой ему? Да. Живой, да? 50 километров на тебя. О, еще один чувак стреляет. Уже с той стороны леса, откуда мы пришли. Там это наш умели жестко тут еще. Поэтому типа стреляли. Где что тип, который по мне стрелял? Где-то должен быть рядом. Ага. По-моему, я его увидел. Блять, что с руками? Ну давай. Ага. Лови подачу. Двойной сбой за. Никто не выдержит. Отлично. Надеюсь, это был он. Ну что ж, ждем тогда, пока ХП до белого поднимется. Да, попробуем драпнуть отсюда. Потому что без прицела воевать со снайпером, сами понимаете, смысла нет. Ну что, попробуем. Блин, тупик. Через окно сможем выпрыгнуть? Ай, нет, забор. Так, теряем драгоценные секунды. Надеюсь, вход никто не кемпит. Все, адрек закончился, фак. Не вовремя. Еще метров 100 хотя бы, было бы здорово. Ух, ну мы вроде выбрались. Ну что, теперь снова за Серегой на берег. Погнали. Ну что ж, на этом моменте мы сегодня и закончим. Спасибо за просмотр, спасибо за поддержку. Не забудьте оценить это видео лайком или дизлайком, ну и написать мне познавательный комментарий. И увидимся с тобой на следующей серии. Всем удачи, всем пока.